Банальный ссор из-за бутыльников в одном из саранских гаражей закончил смертью одного из них. Отвечать за это в суде будут сразу двое местных жителей – 32 и 42 лет. Трагедия произошла 27 ноября 2021 года в поселке Луховка. Обвиняемые вместе с 36-летним приятелем выпивали в гараже в компании общих знакомых. Из-за малозначительного повода все трое поссорились. Конфликт из-за стола перенесся на улицу, где жители Луховки и Макаровки жестоко избили оппонента. После этого его оставили на улице, а сами фигуранты уголовного дела продолжили распивать спиртные напитки в гараже. Через некоторое время они вышли на улицу и обратили внимание, что потерпевший не подает признаков жизни. Потерпевший потерял сознание и рухнул на землю. Собутыльнику вызвали скорую помощь и попытались привести его в чувство. Однако до приезда медиков 36-летний житель Луховки скончался. В прокуратуре Республики Мордовия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Саранска для рассмотрения по существу. Анастасия Суркова, программа «Происшествия».